Здравствуйте! На телеканале «Мир Бурятия» прогноз погоды. В студии Галина Леонова. По данным Бурятского гидрометеоцентра, 12 октября ночью на большей части территории республики сохранится погода без осадков. Утром местами туманы. Днем по Прибайкалью и юго-западным районам небольшой снег. Ветер западный, ночью слабый, днем до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью -3, -8, по северо-востоку до 9-14 градусов ниже нуля. Днем 0-5, местами до -3. По центральным районам ночью -3, -8, по юго-западу до 15 мороза. Днем 4-9 тепла, местами около нуля. По Прибайкалью ночью +2, -3, днем 2-7 выше нуля. В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Минимальная температура ночью 3-5 мороза, максимальная днем +5, +7. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится. И о погоде на два ближайших дня. 13 октября утром и днем мокрый снег. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 1-3 ниже нуля, днем максимальная +4, +6. 14 октября без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью -4, -6, днем максимальная +4, +6. На этом у меня все. До новых встреч и хорошей вам погоды!